Ну что ж, друзья мои, по традиции мы с вами идем зимой смотреть канадские пуховики. Магазин, который называется Sporting Life. Здесь продаются все-все-все пуховики, какие только возможно. Но сначала на первом этаже мы с вами посмотрим. Тут шапки-перчатки. Я хочу вам показать этот магазин, как он красиво оформлен. К сожалению, совсем вот близко ко всей красоте поставили стенд с перчатками. Но вообще, видите, здесь такие деревянные все, и как будто бы камин, и дверь вот такая вот барная. Барная дверь это называется. У нас это, ну, его видите, его оформили в стиле такого зимнего лесного домика, который вот зимой там в снегу, вот приезжаете вы на лыжах кататься и так далее. Значит, вот здесь написано, что у нас еще Boxing Days. Я не знаю, когда я выложу это видео, но снимаю я его после Рождества, перед Новым годом. Выложу, наверное, попозже, уже к после Нового года, скорее всего, потому что вот у меня есть определенное расписание. Посмотрите, здесь даже вот стены сделаны в стиле деревянных, такие все манекены одеты, видите, с лыжами, в общем, горнолыжную одежду. Ну, мы все знаем, что канадские пуховики это самые известные в мире пуховики, как Canada Goose и так далее. Но есть не только, есть очень много пуховиков других компаний, тоже канадские, тоже очень известные. Но я вижу, что всего очень мало, потому что я пришла в самое неподходящее время. В прошлом году я снимала здесь. Я снимала... Вот, смотрите, здесь камин такой висит. Я снимала перед началом зимы. Вот. А сейчас уже дело к распродажам. Все-все-все много чего раскупили. Я вообще Canada Goose не вижу. Ёлки зеленые. Вот я пришла. Так. Хорошо, в Canada Goose мы тогда пойдем в отдельный есть магазин у них, если он еще существует. Давайте посмотрим, что здесь есть у нас. Так, вот эта компания PGS. Это, кстати, компания американская. Пуховик. Ну, цены я вам буду называть. Короче, здесь много всего, всякие характеристики, но цены я не вижу. Я вижу, что 30% скидка на него сейчас. Сейл 30%. Да, в общем, короче. Ну вот на куртке есть, значит, $416. $416 стоит эта курточка на сейле. Размер large, а стоила 695. Вот, видите, распродажи. Видите, они висят на таких специальных замках, чтобы никто ее, эту куртку, не унес. Ну, за такие деньги, конечно. Вот, видите, они все вот так вот висят на таком вот, на таких вот этих вот. Просто так даже не померишь. Так, вот это Moose Knuckle. Вот, посмотрите, какой у них значок. Это еще одна компания, тоже канадская, тоже очень известная. Я не уверена по поводу их качества. Я знаю, что они очень дорогие, их очень все любят покупать. Вот давайте посмотрим. Как всегда, цены нету в доступном, в обозримом доступе. А, ну вот, $1050 канадских. Слушайте, вы знаете, что я вам хочу сказать? Это не так уж и страшно. Потому что пуховик, видите, это пальто длинное, до пола, женское. Но оно, видите, на воротнике не предусмотрен мех. Я вообще смотрю, что у нас действительно перестали делать мех на воротниках. То есть натуральный мех, как бы, это зашквар, а искусственный выглядит отвратительно. Поэтому меха нет вообще. Ну вот это длинное пальто, они очень теплые, они, конечно, на натуральном пуху. 945 стоит. Вот это немножко потоньше, и оно чуть-чуть подешевле. Вот есть с мехом, с натуральным есть жилетки, что, конечно, очень-очень глупо. Вообще я не понимаю смысла вот этих жилетов за $795.
жилет, который без рукава, ну, как бы, за такие деньги. Это смешно, да? Вот такие есть курточки еще меховые. Но вот это такие типичные куртки вот этой компании Муснакл с помпонами. $1090 она стоит. Это, она коротенькая, видите, совсем коротенькая. И вот есть вот такие вот тоже с черным мехом, тоже, наверное, за столько же. Да, тоже 1090. Вот такие вот есть черные. Я знаю, что они очень популярны среди молодежи канадской нашей. Что я не вижу? Я не вижу. Вот, много вот этих Муснакл. Вот это другая компания, называется Маккейдж. Вот у него такой вот значок. Пуховики очень обычные. Я не знаю даже, если я смогу что-то пометить, потому что все, видите, вот есть некоторые еще с мехом. Все, видите, вот так вот приклеплено к вешалке, что чтобы что-то мерить, надо их просить. Ну, в принципе, $1250. Это вот такая вот длинная куртка. Есть синие, есть серые. Есть вот такие вот длинные. Смотрите. Пытаюсь найти, где она есть, вот так вот висит. Ну вот жилет от нее. Обычная, совершенно обычная компания. Вот ее название, Маккейдж. Название этого бренда, совершенно обычные пуховики. Я пытаюсь найти Canada Goose, но, по-моему, вот это Пожар. Это тоже канадский бренд. Вот, стоит она... Вот этот, да, сейчас. По-моему, Canada Goose больше здесь не продают. Я не вижу. 589, я совсем не вижу, очень плохо. Но эта компания подешевле будет. Да, 589, она не дотягивает до $1000. $348, это бренд называется Save the Duck. Это с синтетическим наполнителем. Ну, как бы, спасите уточку. То есть имеется в виду, что нельзя как бы уток щипать на то, чтобы делать пуховые пальто. Вот эта компания Nobis. Это тоже канадская компания. Я это знаю точно. Мне писали, что это российский бренд. Я знаю точно совершенно, что Nobis — это канадская компания. Потому что моя подруга работает в компании Nobis. Вот куртка стоит 1095. И с ней, в принципе, я могу покупать их по скидке 60%, потому что она имеет скидку работника компании. Они очень теплые, очень качественные, очень в них хороший пух. Наполнитель, я имею в виду, хороший. И очень какая-то специальная ткань. Вот не вот в этих вот, не в балоневых, а есть вот эти Nobis компании. Они, вот я вам сейчас покажу, они специально сделаны ткань. Там просто люди стоят, они сейчас отойдут, я буду снимать. Я удивлена, что здесь нету Canada Goose. Когда-то в прошлом году я снимала, здесь продавали Canada Goose, сейчас их нету. Видимо, они перестали сотрудничать с этим магазином. И, возможно, продаются только онлайн. Вот я вижу, вот это, видите, вот эта вот ткань Nobis. И вот эта вот ткань, специально какие-то их разработки. Она, может быть, не слишком красивая, но... Видите, вот они продолжают делать натуральный мех. Она, может быть, не слишком красивая, но она очень какая-то непробиваемая ветром, в общем... Очень качественные, не очень красивые куртки. Мне она не нравится, даже если бы мне предложили ее с 30% скидкой, с 60% скидкой, какая есть у моей подруги. Вот, вот эти вот пальто Маккейдж длинные за $1250. Все они сейчас без мехового, вот это искусственный мех. Все они идут без меховой опушки. Все. Абсолютно уже точно. У нас прекратили делать мех натуральный. Мне интересно, в Canada Goose тоже или нет. Может быть, они поэтому их здесь не продают, потому что Canada Goose продолжает делать меховую опушку. Но я вижу, что нету Canada Goose. Здесь в этом магазине всегда он был, всегда продавался. Ну вот пальто, видите, сейчас на сейле оно стоит $296, $300. Какая-то компания Эко Лав, я никогда о ней не слышала. Я подозреваю, что она тоже
сделана с искусственным наполнителем. В общем, все очень экологично. Обычное, страшное. Как я говорю, как моя жизнь, черное пальто. Вот интересные варианты. Тоже, значит, Save the Duck. Это тоже новая для меня компания. Я тоже о ней никогда не слышала. $398 она стоит. Видимо, на них есть какая-то 30% от распродажи. Сейчас Boxing Week. Вот это у нас. После Крисмаса у нас как бы распродажи. И видите, вот написано, что она рассчитана на температуру от минус 10 до плюс 5. Это Фаренгейт, это Цельсия, что на самом деле совсем немного. На нашу зиму особенно не разгуляешься с такой температурой. Так, вот это тот же самый Нобис, которым работает моя подруга. Видите, вот так вот они выглядят. Они не очень... Вот такое вот оно выглядит. Вот такое вот пальто, которое... Или вот женское пальто, которое... Ой, пальцы мои, простите. Которое на самом деле особой красоты из себя не представляет. Но оно очень теплое, очень надежное и замечательное. Вот видите, до сих пор они еще делают все-таки... Продолжают делать с мехом. Вот размер small. Мне бы, чтобы померить. Вот эти вот висят хотя бы без этого запора, что можно взять ее и как бы примерить на себя, но это размер small. Видите, вот здесь написано Teflon Fabric Protector, то есть покрытие ткани, покрыто, они называют это Teflon, я не знаю, что это такое точно, но что оно не продувается и не намокает, и не продувается, в общем, короче, здесь очень много всего написано, единственное, что... А вот цена. Ну, слушайте, это тоже не так страшно. $995 еще с меховым воротником. Длинное пальто вот такое. Вот видите, здесь прям целая инструкция, что здесь, где, как, что, какие карманы, какие тут вкладки, прокладки. Вот написано, что 100% водонепроницаемое, дышащее, 100% windproof. Это предотвращает от ветра, защищает от ветра. Ну и у него, значит, какой-то есть климатический контроль. Значит, 100% recyclable мембрана. Я не знаю, что это такое. Perfect, в общем, safe, тра-та-та, какие-то сертификаты. В общем, черт чего. Но знаете, что цена $995. Я вам хочу сказать, что в наши дни пальто с натуральным мехом за такие деньги, уж не знаю, где только можно купить. Единственное, что, если честно, вот вам сказать... Оно мне совсем-совсем не нравится. Некрасиво. Но я, собственно, не ищу себе пальто. Я просто вам пришла поснимать и показать. И очень разочарована тем, что здесь нету Canada Goose. Вот, $899. И написано, что у него отсутствует мех. Поэтому оно, его уценили. Представляете, кто-то спер, что ли? Но вот видите, его можно отстегнуть. То есть, если вам не нравится мех, вы можете его отстегнуть. Я пытаюсь найти какой-то размер, чтобы я могла примерить с меховым воротничком, вам показать это пальтишко, но это такой челлендж, сейчас поищу. Так, я нашла размер medium, вот, large не нашла, надеюсь, что я в него влезу, потом мне кажется, что это мужской, здесь нигде не написано, смотрите, какая у него красивая эмблема, неплохой вот такой вот мех, и замок, смотрите, какой толстый, хороший замок, и здесь не липучки, а магниты. Я, к сожалению, на камеру этого не видно, но вот так вот он зашлепывается, вот так, хоп, видите, это магнит. Это очень удобно, поэтому я вот и говорю, что эти, может быть, пальто, они не очень красивые, но они идеально продуманы для холодного климата. Еще раз повторюсь, он стоит где-то около 900 с чем-то долларов. Вот видите, у него вот такой вот замечательный манжет с разрезом для пальца. Сейчас я его примерю, несмотря на то, что это мужской, скорее всего. Очень много всяких вот карманов, вот название, вот это их эмблема на пуговице, он довольно длинный. Хорошая куртка, они очень качественные, посмотрите, здесь целая система каких-то замков и молний под мышкой, что вы можете раскрыть, если вам жарко и вы вспотели, а здесь вот такая вот встроенная сеточка, которая пропускает воздух и выпускает из вас воздух. И ваш жар вашего тела,
и впустит холодного воздуха, если вы вот так вот сильно вспотели. Я знаю, кстати, что вот такие вот вещи используются для, в куртках для горнолыжников, для сноубордистов, потому что у меня сын занимается, и я как бы знаю, он покупает специальную одежду, и там вот тоже очень часто вот это вот используется. Поэтому как бы это продумано очень хорошо. Сейчас вот такие кнопки, такие эти крепкие магниты, что я с трудом могу застегнуть. Здесь видите, какая-то прокладка, в общем. Ну, короче, давайте примерим его. Так, смотрите, я примеряю медиум, и он мне маловат. Видите, вот здесь я... Сверху я смогла его на себя застегнуть, а внизу, в моей попе, я с трудом могу его застегнуть. Вот такая вот она длины. В принципе, сидит она неплохо, но маловато. Мне, конечно, нужен был ларч. Капюшончик такой красивый, меховой. Сейчас я вам покажу. Буду как эскимос перед вами стоять. Как эскимоска, вернее. Вот, видите, не осталось у нас совсем почти натурального меха. Прям считанное пальто я вам тут показываю. Вот. И даже, в общем, он какой-то такой мех, немножко такой какой-то корявый. Как-то он не очень хорошо смотрится, хотя... В принципе, неплохо. Ну вот, обычный совершенно пуховик. Кстати, они не простеганы. Вы заметили, что они обычные? У меня это простегивание. Я застегнула на замок, застегнула на магниты, потому что, ну вот видите, он здесь вот не сходится. Мне нужен ларч. Даже если это мужской, он мне тоже маленький. Так, ну что ж, я нашла ларч. Вот такое вот пальто. Оно с поясом. Оно мне тоже очень-очень так плотненько. Видите, карманы даже оттопыриваются. Капюшон у него без меха. Ну, такой прям как подушка. Ой, прям какой-то, как будто средневековый капор. Не средневековый, а какой-то такой капор 19 века. Такой интересный, мы потом с вами его рассмотрим. Зачем он вот такой вот сложно сделанный? Я прям как будто, знаете, Арина Родионовна. Ой, я не могу. Короче, это размер ларч, и он тоже мне маловат. Мне, конечно, нужен... Наверное, экстра ларч. Вот оно длинное. Вот такое длинное пальто. Вот видите, вот до сих пор. Здесь нет большого зеркала. Мне трудно примерять без него. И вот пояс, который все время расстегивается. Он как-то так сделан странно, что он все время разваливается. Так, это пальто стоит $1195. И у него внутри, видите, такая, есть такая застежка. На поясе можно застегивать, чтобы прилегало все, если вам, чтобы ничего не поддувало. Вот здесь такая вот резиночка. Капюшоном вообще целая прям система. Я даже не знаю, зачем это, что это такое. Что с ним делать? Видите, размер large, и он мне очень-очень плотно. Оно мне. Ну, в общем, его можно вот здесь затягивать, да? Зачем вот это вот такая оборка здесь, я так и не понимаю. Написано, что его можно... Ну, в общем, adjustment, ну, как бы делать его больше-меньше, но вот эта вот фигня, я не понимаю, зачем. Он так уродливо выглядит, конечно, фу, прям ужасно. Так, длинный белый пуховик, обычная Болонья. Я думаю, что у него тоже наполнитель пух, перо. Вот такой вот куценький капюшончик. Вот здесь капюшончиком как-то не додумали что-то почему-то. Там прям такой капюшон, как этот самый. На две головы хватит. А здесь такой маленький какой-то, узенький. Обычный совершенно пуховик. Черные манжеты. Сейчас мы его рассмотрим внутри. Там какая-то ткань интересная. Он сделан из Болоньи. Простеганный. Белый замок. Очень крепкий такой. Ну, можно сказать, серьезный такой замок. Я вам сейчас покажу внизу и сверху. Он длинный. Вот до сих пор. Вот мне почти до щиколотки. В общем, вот такой вот еще тоже пуховик. Что интересно, что этот пуховик самый дорогой. Стоит 1295. Вообще непонятно почему и за что. Размер large, и он мне прям точно хорошо. Посмотрите, какие замки, какая молния. Что здесь написано? TAT. Какая-то, видимо, компания. Видите, его можно расстегивать снизу молнии, и можно снизу так приоткрывать. Но вообще, конечно, такие молнии мощные. И вот здесь вот название компании. Я таких не видала. Здесь очень интересное внутри. А, оно двустороннее, поэтому. Смотрите, как интересно. Вот я поняла. Оно двустороннее. Значит, снаружи, видите, такое вот как белое одеяло такое. А внутри оно сделано из такого какого-то... из такой какой-то ткани, которая напоминает Болонью. Но, в принципе, она... Почему я думаю, что он двусторонний? Потому что, видите, внутри карман, который абсолютно можно делать выворачивать.
И вот этикетки все пришиты внутри в кармане. Сделано для того, чтобы вот можно было их прятать в карман, чтобы они не торчали снаружи. Давайте почитаем, что здесь написано. Значит, тут как выстирать. Состав хотелось бы. Ой, как всегда, ничего не понятно, все заклеено, залеплено. Так. Ну, 100% найлон. Это... это внутренняя подкладка. Господи, боже мой, все по-китайски, ничего не понятно. Короче, как всегда у нас. Как я не поняла ничего. С чего, что? Блин. Они как будто специально вот здесь вот налепили это, чтобы нельзя было. Что-то 88% полиэстер. 71-21 найлон. Фигня, короче. Я только начинаю злиться, когда я пытаюсь прочесть. Ну вот он поэтому дорогой, потому что он двухсторонний. В чем смысл этого? Если бы они сделали внутри, например, другого цвета, я бы поняла, что они сделали его двусторонний. А то, что он внутри тоже белый, что очень непрактично, я не знаю зачем. В общем, я сегодня в критическом настроении. Все критикую. Кстати, у них здесь продаются не только куртки, но, видите, есть свитера. Посмотрите, какого красивого цвета свитер. Что это за бренд? Не знаю, что за бренд. Что за цена? $130. Okay. Ну, в общем, вот такой свитер. Очень-очень красивого цвета. Есть такой же со звездочками белый. Того же бренда. И тоже $139. За звездочки еще $9. Но правда, написано, что 50% скидка сейчас. Даже 70-50. Но сколько? Вот на эти конкретно не знаю. Потому что вот этот мне со звездочками прям реально понравился. Смотрите, какой он симпатичный. Белый свитер. В серых звездочках разного размера. Очень приятно. Ну и вот этот голубой, конечно, бесподобного цвета. Но свитера нам не нужны. Мне. А пуховики, по-моему, все, которые были... Вот еще есть такой бренд Канук. По-моему, все, которые были без вот этого вот запора, я померила. И он стоит $809. $810 на сейле. Вот такой вот интересный в клеточку с ремнем таким. Вот симпатичный, кстати. Хоть как-то отличается от всех остальных. Вот, а то все такие похожие, одинаковые. Я разочарована, что нету Кандагус. Кандагус куда-то подевали отсюда. Здесь кресло можно посидеть. Вот тоже такая поленница. И как будто печка сделана, я еще раз повторюсь, в стиле такого какого-то деревенского дома. А вот большое зеркало, кстати, не могла найти. Все, дорогие друзья, на этом фоне я с вами прощаюсь. Надеюсь, что вам понравилось. Надеюсь, что вам было интересно. Надеюсь, что вы, если первый раз у меня, то вы подпишитесь на мой канал, поставите мне лайк. А кто не впервые, то я всем очень рада своим старым друзьям. Все, увидимся в следующем видео. Всем привет из Канады. Люблю, целую. С вами была Дита. Пока-пока, бай.